Я люблю тебя, Женя. Уважаемые участники Петербургского международного экономического форума, просим вас занять свои места. Екатерина Владимировна, прошу. Добрый день. Я извиняюсь, что не могу присутствовать сегодня с вами очно, но благодарю за возможность участия в вашем круглом столе. Действительно, считаю тоже тему эту важной. Сейчас чувствуется недостача именно поддержки прорывных технологий. Мне кажется, что генетика уже часть нашей жизни очень продолжительное время. Я бы хотел пожелать всем успешной работы на форуме. А ты знаешь, что такое бесконечность?